Принес для его друга Паула. Маша, это вы говорили, что вы хотите публичный экзамен? Мама сказала, что он пойдет. Итак, ваша задача прочитать и ваши... Можно я по-другому? Я дарю фонд предпринимательства. Кто хочет посчитать? Кстати, Татьяна, а вас не формируется библиотека? Ну, пока у меня только две. Нет, это вторая. Первая была 45. Кстати, я привезла книгу Рыбакова «Жажда» с Synergy Global Forum. Если кто-то хочет почитать, пожалуйста, фонде она есть. Одна подруга ее уже взяла, еще одна есть, чтобы кому-то дать. Кстати, да, идея, формируйте библиотеку публичную. Так, и еще одна книга «Новые правила деловой переписки». Мне бы хотелось за очень душевный сторителлинг подарить ее своей коллеге, психологу. Сегодня своей активностью и своими примерами сегодняшний тренинг. Как бы это было действительно очень важно. И нам не будет. Друзья, ну что, у меня там на самом деле был буквально краткий слайд с моим как раз инстаграмом. Это знак. Но на самом деле, я думаю, за сегодняшние практически 8 часов академических вы запомнили, что я Ксения Ульянова. Добавитесь, отмечайте. Да, ну, поэтому последний слайд ни к чему, как бы, не будем мучить. Я думаю, организаторов, если слышится хорошо, если нет, то нет, я как бы, что это не критично. Мне бы хотелось... Да, что мы сделаем? Мне бы хотелось каждому из вас пожелать, чтобы в этой, с одной стороны, такой емкой, глубокой теме личного бренда вы нашли свой бренд, который вы бы хотели подсветить. И начинайте с малого. Делайте то, к чему готовы. И потом шаг за шагом, я уверена, что в Керчи появятся не только лидеры мнений, блогеры, но и сильные люди бренды, которые будут делать очень большие, яркие проекты на весь Крым и, в принципе, на всю Россию. Слушайте, у нас же торжественный момент. Точно. Я просто привыкла, что я это, у нас потом еще обучение. Я вам буду передавать, а вы тогда будете это всегда так. Если я буду набирать фамилии, пожалуйста, простите меня, у меня с этим есть нюансы. Парахин Олег. Да. Полтора Елена. Спасибо. Елена, Сашкова. Детский, да. Галецкая Надежда. Слушайте, у вас на сертификатах есть имя и фамилия, поэтому, в принципе, все. Надо. Кристонька Виктория. Да, ну вы потом успеваете. Шишла Анастасия. Ну давайте громче, да. Ладно, не забрал. Это же я, можно ее забрать? Просто можно. Сетницкий Олег. О, это я. Да, 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 громче, громче, громче. Спасибо. Весь тренинг, я так тренинг, понимаю, спасибо. Будет, да, у вас на YouTube-канале. Вы... Да, будет на YouTube-канале чуть-чуть. А уже есть там в прямых трансляциях на соцсетях, это ВКонтакте. Прекрасно. Потому что этот Инстаграм не получилось сделать трансляцию. Как называется? YouTube-канал. Рыбный путь. Понимаете, как легко, да, продать свой канал, когда что-то заснял, потом хотите посмотреть, как... Да, хотите посмотреть, смотрите. Там мне интересно вообще, ну... Да, ну посмотрите просто так. Все, прекрасно. Спасибо. Калачева Наталья. До свидания всем.
чем занимаетесь? Йога. Йога. А Ранняя алкашка нашего города. Чистоколян Александра. Конечно, кому я подписался уже. Ну да, вот уже человек подписался, круто. А о чем ваш? Может, я пропустила там, изначально. Рыбный путь называется. Прорыв? Вот. Ну, немножко про рыбу. Не так, поняла, что у меня себе. Есть немножко там про рыбу, да. Рыбный путь. Найду, посмотрю. Ставим лайки, поставим. Ловим рыбу и едим рыбу. Куда ставим лайк? Тут надо ставить. Да, да, вниз, вот там, вот так. Вот так вот. Ставьте лайк. Мамы кидали. Конечно, поставим вам лайк. Спасибо. Успеха вам, правда, успеха. Спасибо. Я сама все там, куча идей, надежд. Ну, кстати, я люблю смотреть. Ну, вот и давай. Посмотрите. Просмотрю обязательно. Правда. А я просто тренер по айкидо, люблю спорт. О, да. Это круто. А у вас есть канал? Нет, у канала нет, но у меня ВК, Фейсбук. О нашей жизни. Да, Галецкая Надежда. Давайте все на общее фото, пожалуйста. Свой зал, айкидо. Где? На Галачапова. Можно Галача. Я лучика забираю? Но еще не стал. Айкидо это круто. Это круто. Это круче, чем бокс. Конечно, ну как вам сравнивать бокс, это агрессия, ну, а да. Айкидо вообще не агрессия. Это использование силы противника, потому да. Что? Есть еще три анкеты. Да. За 15 там. Я его подожду. Спешл. Все.
ты что? Это мы. Твой не забывай. Татьяна, ну, Костя еще сказал, что придет домой. Да, Боря, нет, выйди. Да. Иди фотографируй, Артем, Олег. Давай, я могу. Здравствуйте! Тогда я здесь стану. Давайте вот так. А где вы продаете сыры? Центральная рынок. Спасибо за мероприятие. Спасибо. Было очень интересно и очень быстро время пролетело. Спасибо вам большое. Селфи же сказали. Сказали же, селфи не катит, не идет же селфи. Все, можно фотографировать и уже выкладывать в Инстаграм. Ну а что бы и нет. Ну все, прощаемся. 5 минут.